хочешь? Да? Ну, заходи. Заходи. Привет. Жарко на дворе, да? Водички пришел купить. Привет, дружок. Водички пришел купить. Маленькая такая уточка с тремя качечками, утятами. А где же остальные? Чё так мало? А? Итак, первый заплыв в этом году. Открытие сезона. Спустили сегодня, как то говорится, на воду Алину лодочку педалборд. И приехали тут к нашим друзьям. Вот
У них здесь свой пирс, вот такой вот. И здесь у них, excuse me. Вот такая вот красота. Озеро Лейк Меридиан. Вон они живут вот там вот. В одном из домиков вот этих. Это комплекс для тех, кому 55 и старше. Они здесь купили домик. Кто смотрит мои видео, 3 года тому назад я снимал. Мы здесь были на этом же мостике. И показывал тот домик, который они купили. Сейчас он там сделал капитальнейший ремонт. И вот живут здесь. У них здесь лодочка своя есть. И вот такая вот красота. Можно выходить на воду и плавать. Водичка сегодня чистая, как вы видите. Дно аж видно. И мы сегодня решили сделать открытие сезона. Погода прекрасная. 30 градусов тепла. Красивый вид на гору Ренир нашу. И Алла поплыла. Итак, как я уже сказал, находимся мы в комплексе Mobile Home. Это вот такие вот небольшие маленькие домики, которые здесь вот, вот так вот установлены. В них живут люди. Этот комплекс разрешается здесь жить людям, у кому 55 и старше. И вот, вот так вот люди живут. В основном пенсионеры. Вот домик продается, как вы видите. Здесь вот так вот красивый парк туда дальше. Аллея вот такая вот. И пирс, по которому можно пройти туда к озеру. Как вы видите, красивая природа. Здесь вот везде лататии, водоросли, камыши растут. Отличный вид на гору Рейнир и озеро открывается вот здесь перед нами. Nice. Только что разговаривал с хозяином этого домика. Он продается. Полностью сделан ремоделинг. Новая покраска, новые окна, крыша. И как вы видите, сегодня вот воскресенье, он до сих пор там еще что-то делает. Пневматическим ганом что-то стреляет, какие-то, говорит, наличники прибивает. Он, видите, пила стоит на деке. Американец все своими руками, говорит, сделал, обновил. Ну, такой вот мобилхомчик сейчас здесь стоит в районе 120-150 тысяч долларов. Потому что вот первая линия, отличный вид, сразу же возле озера, как то говорится. Ну, а туда дальше, в середину, можно купить за 70, 80, 100 тысяч. Уже такой
тоже с ремонтом совсем. А здесь этот будет приблизительно 150 тысяч. Да. Камыш. Шумел камыш. Деревья гнулись. И поплыли туманы над рекой. Видите, какой там у людей понтон вот такой плавающий. Тоже классно, с моторами. Народ отдыхает. Кувшинки все позакрывались, потому что жара. Я же говорю, сейчас примерно 30 градусов жары. Я только что скупался. Вода такая теплая, просто вылазить не хочется. Поплавать — одно удовольствие. Даже вот видите, утки и те под дек в тень прячутся. Ну, красавица, что ты там? Где детки твои? Тенечки там где-то, да? Красота. Люди вот здесь вот живут. Вот это уже дома частные. Тоже красивые здесь у них места, видите. Здесь тоже дома не дешевые. С выходом вот на берег. У каждого свой пирс. Лодочка. Ну что, красавица? Ну, стась. Что? Хлебушка мы не взяли. В следующий раз обязательно возьмем, чтобы покормить тебя. Здесь вот веб-камеры 24/7 следят, контролируют все. Есть здесь security, охрана. Все как не может быть. У Коли и Гали здесь лодочка своя вот стоит. Они на рыбалку иногда выплывают. А иногда просто вот так вот проехаться. Он говорит, да приезжайте в любое время, берите лодку, отдыхайте, пожалуйста, не вопрос. Купайтесь, загорайте, хотите рыбу ловить. Ну, чтобы рыбу ловить, здесь нужно лайсенс покупать. А недорого, $15 на год. Покупаешь и лови хоть целый год. Красиво, красота. Алла все наговориться не может с Галей. Давно не виделись уже. Встретились. Сейчас вот никак не могут наговориться. Алла полностью по кругу проплыла все озеро. Вон она там, видите, на доске возвращается уже сюда.
выйдем через. Водичка просто класс. А? Красота. Мы провели здесь на озере практически 5,5 часов, накупались, наплавались, получили море удовольствия. И вот познакомились с этими людьми, оказывается, они дочка и внучка, он пошла от этого хозяина вот дома, который продается. И мы что-то разговорились и просто-напросто так вот спросили, за сколько он его продает. Оказывается, уже 250 тысяч люди офер за него дали. Так что вот такие вот цены. А я что-то думал до 150. Ага, размечтался. Цены на недвижимость сейчас сильно выросли в Америке. Солнышко идет уже к закату. Мы уже тоже будем собираться. Ехать домой. Завтра на работу. Так что как-то так. Отдохнули, накупались, загорели. Пригласил нас Коля с Галей еще на ужин перекусить. И вот идем к ним. Вот они живут в вот этом домике. Коля здесь полностью все, полный ремоделинг сделал. Сайдингом обил, окна все поменял, полы, стены, двери. Короче, вложил сюда еще 70 тысяч плюс свою работу. А он мастер на все руки. Ну, живут, говорит, радуется. Вот такой вот мобилхомчик. Вот Коля полностью сам вот эту вот ступеньки делал. Дек полностью весь сам делал. Все окна ставил. Вот, вот такой вот сделал здесь балкончик. Крышу полностью металлическую.
Жена у него здесь хозяйка. Огородик имеет там вот помидоры, огурцы там. Сараю там вот сам полностью поставил. Сделал. Ну, как-то так вот люди живут. Вот видите, вот таких вот мобилхомчиков. Здесь вот американец живет. Ему все пофиг, у него все окна вообще вот целлофаном закрыты. Коля говорит, он только бухает и рыбу ловит, и все. Вон, машина у него, видите, корчик какой стоит, поржавевший уже в землю влез. А ему лишь бы на пиво было. На рыбалку поехал, рыбы наловил, пожарил, и все, и живет. Они здесь вообще копейки платят за это все. Много показывать не буду. Здесь вот одна спальня, и там своя ванная, туалет небольшая. Вот здесь вот Коля сделал такой вот зал и кухня. Вот, вот здесь вот полностью кухню сделал, вот новая мебель. А там у них другая спальня. Можно зайти, да? Вот здесь у них мастер-бедрум спальня. О, видите, вот так вот шкаф, полностью все сам делал, ремоделинг, ремонт. А здесь вот ванная тоже, и стиральная здесь стоит. Вот, вот такой вот домик, душевая кабинка. Так что как-то так вот люди живут, видите. Купил он этот мобилхом за 35 тысяч долларов и вложил еще в него 70 тысяч, и плюс сам работал, в итоге где-то 120 тысяч ему это все стало. И платят они ежемесячно 900 долларов, это включая воду, мусор, канализацию. Вот как-то так. Ну, а на прайсе сейчас он, если бы его вот он продавал бы и выставил на продажу, 150-170 тысяч спокойно он за него возьмет. Потому что цены в Америке выросли. Вот как-то так. Будем кофе пить. Ну, решили нам хозяева показать вторую еще спальню. Вот здесь вот вторая спальня. Здесь сын у них. Да. Тоже вот здесь вот окошко, кровать. Тоже ванная, туалет, как вы видите, душевая. Полностью все Коля сам делал, видите. Ну, здесь гардероб, так как в Америке делается, вот такой вот, с таким. Как-то так. Итак, мы покидаем это прекрасное место, этот городок, где живут пенсионеры, так сказать. Наши друзья. Солнышко еще садится, но пляж, как вы видите, там на озере, он вдалеке еще весь залитый солнцем. А мы садимся в свою машину и едем домой. Завтра на работу.